Друзья, всем привет, это новая серия. Мы с вами наконец-то закончили с пыльным кварталом. Упаковали мы в посылке двух лидеров противоборствующих группировок, а именно Паула и смотрителя Бирна. И, открыв двери в особняк Рамиса Стилтона, вошли в них. Давайте смотреть, что у нас тут. 3 года назад в особняке Рамиса Стилтона провели странный ритуал, как-то связанный с Далилой Копперспун и ее последователями. Попав в дом, узнайте как можно больше о секретах Далилы. Время – странная штука. Много лет назад я уехал из Карнаки в Данул в поисках лучшей жизни. Помню, как влюбился в Джессамину, помню ее коронацию, рождение Эмили, крысиную чуму, смерть Джессамины и еще одну коронацию. И вот я снова в родном городе. Дом Стилтона скрывает какую-то тайну, и я снесу его до основания, лишь бы узнать секрет бессмертия Далилы. Лишь бы увидеть ее, закованную в цепи. Даже если Далила поднялась из грязи, мои симпатии к тиранам и ведьмам уже давно иссякли. Я хочу только положить конец правлению Далилы и защитить Эмили. Еще раз. Не еще раз, а снова. Очень странно. Что-то изменилось. Так, прочитайте в дневнике. Без сил. Поместье Рамиса Стилтона – странное место. Оно вытягивает вашу духовную энергию, и вы не можете использовать свои сверхъестественные силы. Ага, понятненько. Придется по старинке, ребята. Не работает у нас, да? Да, не работают у нас силы. Будем, значит, ориентироваться только на свое чутье и на нашу внимательность. Надо быть максимально внимательным. Но вроде пока никого нету. Тут вообще может быть. Кстати, сердце работает? А сердечко работает. Нормально. Кстати, мы давно к нему не обращались. Может, послушаем, как оно там работает? Почему столь многие владеют столь немногим? Все должно было быть иначе. Понятно. То ничего не понятно. Ага, и амулетик. Понял. Я даже не знаю, наверное, дротики мгновенного сна будем использовать. Будет, конечно, обидно, если где-нибудь здесь монетка в кустах будет валяться. Это скат электрический? Фонтанчик в виде ската? Только не рабочий. Тут вряд ли вообще что-то рабочее. Судя по запущенности особняка, его придомовой территории, тут явно все 3 года никто не убирался. Стилтон закрылся от остального квартала. Интересно, с чего бы? О, заливной угорь. И нельзя восстановить. Вы видите, да? Так, это у нас... Ага. Неплохо. Тут у нас что? Рядом есть руна или амулет, да? Совсем недалеко получается. А где недалеко? Ага. Принято.
Ну тут, по-моему, ничего нету. А выше можно прыгнуть. Вон, смотрите. Здесь мы не были. Опа. А вот и первый улов. Двушка, двушка. И угорь Пратчета. Здесь. Ничего, да? Так, ну там мы были, тут мы были. Все вроде. Оп. Крысы бегают. Явно не жилой дом этот. Китовые кости, двушка, двушка, двушка. Люстра отвалилась, да? Есть второй этаж. Смотрите. Не открывается. Я думал, футляр откроется. Пустые бутылки. Ну, вроде. Ничего такого. Оп. Слышали, да? Это Стилтон? Я что-то слышал. Двушка. Двушка. Гнилой инжир. Приносят мне еду и тотчас же бегут прочь. Кажется, они напуганы. Очень странный мужичок. Подождем. Еще двушечка. И еще двушечка. Так, шашлычок. Инжир есть не буду, он гнилой. Так, сразу к Стилтону идти. Я вот не знаю. Мы скоро начнем. Возлюбленная герцога возвращается. Стакан для виски. Руна или амулет? Наверху, да? Амулеты. Дальше. И также где-то слева. Очень мне неудобно без магии работать. Но что поделать? Так, Рами Стилтон. Нормально. Это, можно сказать, адекватно. Так, смотрите. Двушка. Двушка. Где Стилтон-то сам? В шахтах киты. Я слышу, как они воют друг другу. Разбухшие. Так, а это что, Пратчет, да? Это не открывается. Где там этого Стилтон? Забаррикадировался, что ли? Как же это я так постарел? Где люди из моей юности? О, как мы здесь танцевали! Это дружок. Так. Время протекает, сочится сквозь стены. Портит ковры. Как же пройти? Здесь мы явно не пройдем. В Дануэлл.
Скажи императрице, что герцог выкапывает трупы в саду, и что он научился петь. Она поймет. Какой-то он безумный. Может, через второй этаж нужно подходить? Так, аккуратно. Ё-моё, страшно, стрёмно. Сейчас сначала хочу найти доступ к Стилтону. Тут явно больше никого нету. Получается, вход должен быть где-то на первом этаже, либо вот здесь. Давайте сейчас спустимся. Поговорим. Что это? Ничего. А ты постарел, дядь. Камень из кровавого янтаря. Если хотите знать... Человек с Марли предлагал мне за это 10 тысяч. Сколько времени? Столько, сколько я думаю. 3 года назад в душе Арамиса Стилтона что-то сломалось. Он, как и часть его дома, остался в том вечере. Герцог с друзьями все еще здесь. Воплощает великий план. План Далилы. И душа Стилтона тоже здесь. Навсегда. Бездна — это не вполне место. И тебе не понять ее странную суть. Она смотрит на тебя. И в сердце дома Стилтона бездна стала сочиться в твой мир. После проделки Далилы. Здесь магия искажена. Здесь все по-другому. Возьми. Можешь считать, что это часы. Вернись к герцогу и Далиле. Возможно, ты все поймешь. Временной компас. Так. Герцог Лука Абели собрал приближенных 3 года назад, чтобы помочь Далиле. В тот день с Арамисом Стилтоном что-то случилось. Понятненько. Используйте временной компас для путешествий между настоящим и прошлым. Нажмите правую кнопку, чтобы переключить временную шкалу. Нажмите F, чтобы закрыть или открыть линзы, позволяющие видеть сквозь время. Ага, перемещайтесь во времени, чтобы обходить препятствия и уходить от врагов. Вы не можете перемещаться во времени, если у вас на пути оказывается какая-либо преграда. На обеих шкалах время движется независимо от того, в которой из них вы находитесь. Изменения в прошлом будут иметь последствия в настоящем. Это очень интересно. Так, если мы... Подогрей одеяло, ладно? В общем, он живет кажется, в прошлом. Будет холодно. Ага. Все, я понял. Очень так, интересно. Так, и что же мы видим? Давайте, значит, получается, сначала надо осматривать место в прошлом. А потом, типа, что? В настоящем, что? Ну или наоборот. Где стража? Где мои слуги? Бедняга, ну он совсем плохой. Я не бываю один. Я всегда один. Так, давайте посмотрим. Во имя бездны. Войти не могу, я не знаю кода. Там записка на двери, капитан. Что?
Его нет, он на террасе. Нужен код от кабинета. Он в его блокноте, мэм, а блокнот при нем. Спасибо, капрал. Признаться, мне не нравятся гости Стилтона. Мне тут уже устроила втык королевская кураторша. Как бишь ее там? Наверное, вы про Бриану Эшвард. Да, про нее. Странная особа. Ну, неважно. Так держать, капрал. Спасибо, капитан. Интересно. Так, что тут? Шкатулка искрового инвентаря. 100 монет. Календарь 1849 года. А, это, по-моему, обычный предмет. Бесценный, я бы так сказал. Так, а другая магия здесь не работает также. Жаль, жаль. Но ничего не поделать. Значит, смотрим. Выбраться отсюда можно только в настоящем, с помощью компаса. То есть мы можем... А тут тогда была заложена дверь. Я понял, да. Так, покушать. И тут все так же заблочено. Давайте аккуратненько рассматривать. Что тут есть? Интересный уровень, очень интересный. Мне нравится. Смотрите. Арбалетные болты. Сирконские народные песни. Мы, кстати, читали их. А теперь давайте вернемся в прошлое. В настоящее. Стоит закрыть глаза, и здесь становится так ярко. Так, аккуратненько. Тео? Где ты, друг? Я должен поговорить с тобой. Кто такой Тео? Чаю на кухне. Так, то есть мы можем, получается, тут глядеть. Ага. Хорошо. Вот, кстати. Давайте сейчас мы перенесемся. Нету, видите? Все, я понял. Забираем. Три двушки. То есть надо смотреть в обоих временных шкалах. Сначала в одной временной шкале. Опять же календарь. 1852. Мы тогда забирали 1849. Это я точно помню. Они специально ему забаррикадировали дверь. Так, раскрыть компас. Ненавижу их взгляды. Эшвард, Джиндаш, наш подросший малыш Лука. Они так смотрят. Они никогда не примут меня. Так. Она пролезла обратно. Понял. Эшвард помогла ей открыть проход. Кто-то пролезл. Наверное, Далила пролезла обратно. Тихо. Тот, кто в бездне. Но мне кажется, что все. В этом помещении мы все собрали. Чувствую, в этом уровне мы не все монеты соберем, ребята. Уж извините. Но не все. Так, а что будет? Можем, кстати, его обокрасть. Этого я не пробовал. Поговорить как только так можно, да? Беда? Я такие вещи чую. Они держат сколько его в заперти, не выпускают. Все, я предлагаю перемещаться в настоящее. И теперь уже искать, как нам отсюда выбраться. Требуется универсальный ключ. Надо найти универсальный ключ. Где же ты можешь быть, дорогой мой универсальный ключ? Где-то он должен быть. Может висеть на какой-нибудь стене?
По-любому. Иначе и быть не может. Обычно они висят, либо лежат. Нам отсюда выбраться. Либо найти универсальный ключ в прошлом, ой, в настоящем. Тоже вопрос. Стоп, подождите. А что если сделать? Заглядываем в скважину. У меня есть идея. Перемещаемся. Тут-то двери открыты. Замечательно, мы покинули комнату. Все стало гораздо проще. Есть он, паренек. Но у нас теперь нету способностей. Мы не сможем телепортироваться ему за спину. Но у нас все еще есть прыжок. Кстати, денежка. Двушка, монета. Надо очень все смотреть аккуратно. Пока у Стилтона не поехала крыша, у него был хороший вкус. Это точно. Кошелек. Кстати, точно. Я знаю, что мы можем делать. Смотрите. Время-то движется. Почему оно не работает? Их тут двое, видите, да? Как интересно. Один стоит. Второй стоит. Сейчас он отойдет, и можно будет... Все, я понял, в общем. Мы не можем использовать способности, но зато мы можем использовать все остальное. Так, еще раз. Здесь что у нас? Так, тут мы уже собирали. Здесь... аккуратно все осмотреть. В этом помещении, я думаю, больше ничего нету. Давайте в это заходим. Так, здесь мы тоже все осмотрели, но не... А, и тут тоже, кстати, до лестницы и вот до этого прохода. Тела мы не можем переносить. Куда нам заблагорассудится из одного времени в другое, но можем прятать. Все, на этом мы порешили. Так, паренек один, паренек второй. Ждем. Отлично. Один. Второй. Вроде не спалили. Так, записочка. Здесь мы уже все смотрели, поэтому туда не пойдем. Где бы универсальный ключ раздобыть? Но я думаю, он только у Стилтона есть. Там что-то гвардеец говорил капитану. Что дальше, да? Замечательно. Так, это что такое? Что за магический глаз? Так, тут мы уже все собрали. Записка была.
Герцог и прочие собрались в кабинете. Позаботься, чтобы им было удобно. Если понадобится, я на заднем дворе собираюсь с мыслями перед тем, как присоединиться к ним. Последний пароль от кабинета в моей записной книжке. Зайди за мной, Стилтон. Понятненько. Хорошо. Бесполезней. Так, заглянуть в скважину. Зачем Стилтон вообще пытается произвести впечатление на герцога, кураторшу эту? Он же лучше их обоих. Так. А что будет тут? Заблокированная дверь. Понятно. И пройти в нее мы не сможем. Интересно, стоит ли пока туда идти? Или пройти сразу на второй этаж? Или вообще в левое крыло? Все очень непросто. Надо сделать так, чтобы я не заблудился. Тут больше вроде никого нет. Тут тоже получается заблокировано, да? В прошлом. Давайте сейчас все рассмотрим. Еще один Пратчет. Тут ничего нету. Ничего не лежит. Двери заблокированные в настоящем, но доступные в прошлом. Вот это, ребята, я понимаю левел дизайн. Все-таки это какие-то зеркала. Так, ладненько. Наверное. Нужно отправиться в прошлое. Сколько еще часов осталось? Я б знала, будь у меня хронометр. Смотрим. Угадаю. Может, три? Это аудиограф. Еще часа три или около того. Пока остановим. Буду хотя бы слышать. Смотрите, двушка, монета. Сразу можно глянуть. Ну, а я могу? А, нажмите, чтобы бросить. Нет, тут ничего нету. Понял. Что это лежит? Инжир. Записка. Доступ в главный зал ограничен. Сведения ночной смены. Господин Стилтон распорядился ограничить доступ в большой зал после приезда герцога и других гостей. Они прибудут со своей охраной. Если понадоблюсь, я в столовой. Капитан Кардера. О боже. Это у меня изо рта так воняет. Так, аккуратненько все осматриваем. Идем дальше. Здесь. Легкий кошель. Что еще? Можем, кстати, выйти? Можем, кстати, выйти. Выйдем чуть попозже. Как тут много всего. Душечка. Я как-то не совсем пойму. Вот сейчас в него ничего не видно. Наверное, надо удерживать. Ни хрена. Стоп. Я не пойму, почему тогда я ничего не видел в него. Ой, как же все непросто. Так, ладно, пойдемте на второй этаж. Вон мадама сидит. Перемещаемся в прошлое. В настоящее. Мне сложно пока сориентироваться.
Так. Этаж тоже не маленький. Еще плюс тут должна быть где-то руна или амулет. Правильно, руна, амулет. Смотрите. Где чертова руна? Она прям где-то здесь. Хорошо, а теперь посмотрим зрением. Сейчас тут, конечно же, ничего не лежит. Все, забрали руну. Отлично. Так, в центральный зал. Где там сидела эта девчонка? Кто тут? Прислуга. Дамочка. Закрыто, да? Что это было? Подождите. Там кто-то был. Возможно, страж гнезда. Ох, непростой будет уровень, непростой будет уровень, ребята. Вот, вот опять, видите? Вот теперь можно. Куда она делась? Куда делась мадам? Так, эти там вдвоем стоят, да? Угу. Аккуратно. Относим ее вниз. Что еще хочу сказать? В средние комнаты особняка сегодня не ходи. В ту часть, где кабинет. А что там такого в этих средних комнатах? Обычно ничего, но сегодня тут герцог с гостями, и они не хотят, чтобы их беспокоили. Так что целая часть дома под охраной гвардии. Как прикажешь это понимать? Уверяю, что я вхож в высший свет Карнаки. Поверь, от герцога и его приближенных лучше держаться подальше. Если честно, я понять не могу, как господин Стилтон их терпит. Погнали. Мне сказали, минуту. Сюда же. Никого не придавил. Теперь мне есть о чем рассказать. Кто бы мог подумать? Посреди рабочего района прячутся. Опять поднимаемся. Аккуратненько. Почему они парой с Тамарой ходят? Просто дверь. Я могу, кстати, сюда зайти. О, смотрите, двушечка и пистолетная пуля. Тут ничего нету. Но мне все равно интересно. Убираем. Зато есть ящик, пятерка, монета, пистолетная пуля, китовая кость. Но мы знаем, что при этом в прошлом здесь находится двушка. Тоже вот интересно. Типа мы в прошлом забрали пятерку и двушку из этого же ящика. Но теперь тут она осталась.
То есть мы два раза забрали одну и ту же двушку, просто пятерка исчезла. Так получается. Все, выходим отсюда. И все-таки, смотрите, движение было, да? Да. Надо быть очень осторожным. Значит, как делаем? Тревор, странно, что тебе хватило духу признать, что ты меня боишься. Это хорошо, наверное, не зря боишься. Я все лучше управляю с клинком. Как бы то ни было, я ушла к стенателям и к прошлой жизни уже не вернусь. А если у тебя кишка танка, и ты не хочешь к нам присоединиться, так и проваливай в бездну. У меня уже есть 4 новых дружка и даже пара подружек, если мне захочется. Надоело плакать, так что прощай навсегда. Если, конечно, не передумаешь и не решишь к нам присоединиться, М. Тревор, друг мой. Рано. Она ушла. Он все еще отвернулся. Это мой шанс. Где она? Не топчись на месте. Да ёшки-матрёшки. Хоть разминается. Уносим ее. Хотя, не могу. Не могу, к сожалению, не могу. А было бы прикольно, если бы можно. Блин, а он смотрит. Вот засранец. Придется прыгать. Говорится, дайте шуму. Слушайте, неплохо. Неплохо. Мне понравилось. Такой экий ребус. Нужно прям стратегию придумывать. Ой, прости, пожалуйста. Вы все еще без сознания, это хорошо. Так. А чё я парюсь? Мы сейчас попробуем... его оглушить. Ага. Дорогой мой друг, пожалуйста. Вот ты засранец. Как бы мне тебя... Давайте, знаете, как сделаем? Вот так. Блин, ему вообще пофигу. Тебе пофигу, что ли? Поймите меня правильно. Понял тебя правильно. Надо было сразу так сделать. Отдыхайте, ребята. Получается, здесь больше никого нету. Вот там может быть кто-то. Там может быть кто-то. Сколько ж комнат, ребят. Это просто невероятно. Давайте сначала начнем... с настоящего и постепенно перейдем в прошлое, потому что в настоящем тут все разбито,
Куда мы чуть попозже сходим. Сначала все здесь осмотреть. Смотрите, две двушечки. Так, тут этот может быть. Тут мы уже забрали. Тут в ящике ничего. Здесь ничего. Все, мы круг сделали, да? Слушайте, ребят, ну вроде тут все. Переходим теперь в прошлое. Так, теперь смотрим прошлое. Тут ничего. Аккуратно. Тут тихо. Смотрите, две двушки. Комоды. Так. Вроде ничего. Это что такое? Табакерка из кровавого янтаря. Все получается, здесь больше ничего нету. За двери пока не уходим. Здесь мы забрали. Здесь ничего, здесь мы осмотрели. Получается, что так. Идем сюда. Так. Что тут? Двушка. Еще две двушки. Сохраняемся. Так, тут теперь осматриваем то же самое. Твою мать. Болт арбалетный. Тот самый угорь. Уже испортившийся, ему 3 года минимум. Так, и заходим сюда. Крысы. Ненавижу крыс. Ага, мы как раз над Стилтоном. Замечательно. Очень много всего. Зачем мне вопрос, а не держит его живым? Это для меня самый важный вопрос. Ребят, ну я что-то тут ничего не вижу. Осторожно, дырки. Тут у нас... Ага, уборная. Крокодил растет из ванны. Арбалетный болт. Меня, конечно, смущает, что тут ничего нету, но вполне себе тут может ничего и не быть. Вообще удивительно, как тут вообще что-то может остаться после того, как здесь все ребята Паула обшарили.
Блин, почему магии нет? Почему нет магии в камине? Ничего. Так, смотрим. Кто-нибудь есть? Да вроде нет. Так, эта комната у нас получается. Присаживаемся, переносимся. Поехали смотреть, что у нас тут может быть. Оп. Двушка, монета, монета. Эликсир Соколова, аудиограф. Слушаем. Сегодня герцог Абели вместе с остальными будет пить мой дорогой виски и обсуждать свои темные дела. Джиндаш будет коситься на меня, словно кот с недоеденной мышью в зубах. Эшвард будет насмехаться над тем, сколь мы все заурядны. Не обращая внимания на очевидное, она начнет со мной флиртовать, но потом обязательно поставит меня на место. Чтобы сдержать злость, я буду думать о Диадансе, о том, как много он значил для меня. Я напомню себе, что именно ради этого момента я столько трудился. Когда-то я махал киркой в шахте, а теперь я принимаю в своем доме таких гостей. И если им вдруг захотелось устроить спиритический сеанс, кто я такой, чтобы их отговаривать? Что бы ни случилось, я об этом пожалею. А потом появится Меган. Разговоры с ней всегда меня успокаивают. Меган говорит, Стилтон был хорошим человеком. Меган Фостер. Не ладил с герцогом. Понятно. Очень интересно. Так, туда чуть позже. Двушка, монета. Сундук. Китовая кость. Письмо герцога Теоданиса Абеля. Стилтон, друг мой, надеюсь, вы не проводите слишком много времени под землей, вдыхая вредные испарения или проверяя скрипучие опоры. Вы достойны лучшей жизни, я хочу, чтобы вы не отказывались от нее. И все же я скучаю по нашим еженедельным встречам за ужином и хочу услышать ваши соображения по поводу улучшения условий жизни шахтеров. Это намного интереснее, чем та чушь, которой я вынужден заниматься дни напролет. Обещайте, что на следующей неделе уделите мне время и расскажете о каком-нибудь новом устройстве для предотвращения обвала или что там вы придумали. Что касается меня, то вдобавок ко всем ополчившимся на меня противникам на Серконосе, пришло еще одно тревожное письмо из школы Луки. В этот раз, боюсь, некий молодой человек был тяжело ранен. Какая-то школьная шутка зашла слишком далеко. Но он ведь уже далеко не мальчик, не так ли? Мне не удалось передать ему все то, что я хотел. Даже половину. Что станет Серконосом после моей смерти? Ну, я слишком вас утомил. Все будет хорошо. Увидимся на следующей неделе. Теоданис. Ой, не будет. Ой, не будет. Не будет, дорогой мой друг. Опять серконские народные песни. Так, монета, монета. Пули для пистолета. Письмо герцога Луки Абеля. Арамис, очень мудро с твоей стороны, что ты согласился предоставить место для нашей маленькой вечеринки. Это существенно изменит твое положение при дворе. Я знал, что на тебя можно положиться, только не испорти все. Вот кое-что из того, что нам нужно, остальное потом. Нам потребуется закрытая комната. Закрытая. Это важно, поскольку мы не хотим, чтобы твои слуги вошли в самый неподходящий момент и все испортили. Мы не хотим, чтобы кто-то из гостей нас покинул. Никаких окон. А если без окон никак, то их следует плотно задрапировать. После того, как все расположатся со своими угощениями и прочим, крайне важно, чтобы твоя прислуга и охрана ушли на всю ночь. Они не должны вмешиваться. Отошли их домой, если хочешь, или на улицу, если у них нет дома. Что касается гостей, то нас, скорее всего, будет пятеро, включая тебя. И, пожалуйста, никаких внезапных визитеров. Если кто зайдет, не впускай. Это будет приватный сеанс, и все гости специально отобраны Брианой Эшвард. Ты же не хочешь огорчить ее, правда? Надеюсь, я все понятно написал.
Ты был лучшим другом моего отца, и старикан был бы рад, что ты мне помогаешь. Лука Абели. Так и заодно дневник Арамиса Стилтона. 12 месяц сетей. После целого дня, проведенного за обследованием 12-го тоннеля, я случайно подслушал, как Клэр отзывается о моих руках. На кого мы работаем? Разве это джентльмен? Спрашивает она. Грязь под ногтями. Отвратительно. Она именно так выразилась. Ее слова до сих пор звучат у меня в ушах. Я поговорю с Джейми, может, он что-нибудь посоветует. 14 месяц сетей. Джейми сказал, что богатей хоть делать маникюр к цирюльнику. Итак, завтра, когда я пойду бриться, закажу эту услугу. 15 месяц сетей. Хотя у Мигеля маленький салон, но он лучший цирюльник в округе Батиста. Я уже несколько лет хожу к нему, еще до всех этих денег и шумихи. Я попросил его сделать маникюр, а он фыркнул, зная, что это на меня не похоже. Я в этом не разбираюсь, поэтому я просто сказал, сделай мне то же, что и другим. Я и подумать не мог, что простая чистка ногтей предполагает наложение дорогого, сильно пахнущего лака. Это мне не подходит, так что надо найти способ удалить его с моих рук перед завтрашним посещением шахты. 16 месяц сетей. Лак оказался довольно прочным. К счастью, обнаружил, что он размягчается под действием скипидара, и тогда его можно счистить наждачной бумагой. Впрочем, теперь мои руки выглядят хуже, чем когда-либо. Ну, а что ты хотел, дорогой мой друг? Так, смотрим в кассе, что. В кассе ничего. Так, здесь мы смотрели? Нет, не смотрели, меня здесь не было. Тут ничего. Тут ничего. Болты. Ничего. Не получится. Шкафчик под раковиной. Блин, вот эти по две монеты просто бесит. Так, легкий кошель. Пятерка и монета. Ох. Аван, чин-то ничего. Вот опять нету. Почему она вдруг загорелась красным? Вот здесь она не действует. А здесь действует. Наверное, потому что препятствия. Да. Видите, я стою. Все, я понял, почему она действует. Потому что я на месте вещи стою. Все, все, все. Понял, понял, понял. Так. Все, получается, здесь мы закончили. Надо посмотреть, кстати, сердцем. Руна 14 метров. Изменит мое время. Да хзшечка, если честно, чувак. Требуется универсальный ключ. Понял. Ух, ничего себе. Так, далековато, да? Что у нас тут есть? Да это целый музей, ребята. Миниатюра шахта. Кирка. Стилтон не был аристократом. Он начинал забойщиком в шахте. Какой большой на самом деле. Он прям целую вагонетку, что ли, сюда засунул. Так. Это что-то про лампы. Какая-то надпись на камне. Честно, пока что ничего не понятно, если
Так-то. Так, двушка и монета. Шахтерам предоставлен выходной. Владелец рудников Арамис Стилтон предоставил шахтерам ежегодный выходной день в память о покойном герцоге Теодансе Абеле. В общественной таверне Батиста в этот день до полуночи будут угощать бесплатными напитками. Всех присутствующих будут развлекать актеры. Будут проводиться соревнования для всех желающих испытать себя в метании камней или погоне за крысой. В выходной день все шахты будут закрыты, а сопутствующие работы приостановлены, чтобы каждый мог принять участие в празднике. Господин Стилтон надеется, что этот выходной отныне станет называться Днем Теодониса и будет посвящен герцогу и его деяниям на благо нашей любимой Карнаки. Так. Дальше проходим. Сфалерит. Где он? Почему я его не вижу? А, так вот, потому что он сфалерит. Сейф открыть. Нормально. Приливы в Кулера. Золотой и серебряный слитки. Ну, тебе он точно уже не понадобится. Так, двушка и двушка. Так, надо смотреть в настоящем, получается, да? Сейф. Ой, кстати, как понять, что был здесь сейф? Так это то, что он здесь уже открыт. Ну, тут явно ничего нету. Если вообще, если в прошлом здесь ничего не было, то в настоящем тем более. Но все может и поменяться. Ну все, да. Получается так. Можно открыть дверь. Хорошо. Все, здесь побывали. Так. Так, это что? Следующее какое-то, да? Зал. В комоде опять ничего нету. Зачем настраивать инструмент, на котором не играют? По-моему, Стилтон думает, что у человека его положение просто должна быть арфа или пианино. Не понимаю. Мне всегда казалось, что инструменты покупают те, кто любит музыку. Так. Переносимся. Тут была уже заблокированная дверь. Смотрим. Оп-оп-оп-оп. Погоди. Отлично. Мне все нравится. Забираем паренька. Так. Где я там был? По-моему, вот здесь, да? Да. Вот сюда его отнесем. Пусть пока будет открытый. Так. Переносимся. Смотрим. Тут никого.
прости, мадам. Горожаночка. Я надеюсь, что я не сделал ей ничего плохого. Давайте мы ее прямо здесь положим. На коврик. Все, замечательно. Сундук. Так, пятерка, двушка, монета. Все нормально. В итоге получается сколько? Пятерка, двушка и монета. Это 8 монет. Да? Так, и здесь монета и пятерка. Так, на арфе играть не будем. Чревато. Веер. Блин, как же это все напряжено. Целебный эликсир. Кошелек. Так, переносимся. Смотрите. Две двушки. Тут ничего. Также. Угу. Еще две двушки. Все получается, да? Так, и здесь мы еще не были. Это за место, я его не помню. Наверное, потому что я здесь не был. Да, я точно здесь не был еще. Ratchet. Ого. Ого. Так. Замечательно. Кто там? Ребята сидят. Всегда. Можно не повторять. Инжирчик. Вкусно. Так, что у нас тут? Двушка, двушка, монета. Руководство начинающего шахтера. Это мы читали. Так, что у нас здесь? А здесь у нас... Есть хочется. Ну, все достаточно неплохо. Единственное, ну, надо будет, конечно, подумать, кого первым чпокнуть. Скорее всего, сначала вот этого, либо вот этого. Подал заявку, вот этот единственный, который ходит. Носок. Один никчемный носок. Марта, ты пойдешь куда-нибудь? Меня. Долго я ходил в моря. Бил я чудищ, большерогих довертелся, как минога. Выйди, Марта, за меня. Долго я ходил в моря. Он там рассказывает. Кстати, рычаги. А что за рычаги? Что за рычаги? Итак, если у меня было два, а я одно отдал ему, у меня осталось одно, а потом я его съел или нет? А, смотрите. То что тогда? Как интересно. Типа можно поднять, да?
пистолет. А я вам не мусорщик. Ой, смотрите, кошелечек. Блин, ну надо забирать этих. Он пока отвернулся. Ладно, пробуем. Кстати, знаете, что можно сделать? Мне вот интересно. Давайте сначала посмотрим место, куда можно скинуть ребят. Где их не будет видно. Угу. Неплохо. Неплохо. Под столом можно, да? Ништяк. Ребятки. Это что за ключик? О, это универсальный ключ, наверное. Можно его переть? Вот так вот. Вот так вот. Смотрите. Как мы сделаем. Оп. Ой, достижение какое-то дали. Тяжелый кошелечек. 30 монеток. Все, и возвращаемся. Ага, понял. Круть. Так, у меня есть универсальный ключ. Это очень здорово. Мы, кстати, сможем здесь где-нибудь выйти? А, ну конечно, сможем. Должны смочь. Но тут мы еще не были. Слушайте, мы здесь правда не были. Какое-то очень странное место. Ага. Понятно. Все вижу. Вот она, запертая дверь. Выход только один. Придется, ребят, нейтрализовывать. Ладно, значит, сначала разберемся с парнями. Так. Придется. Куда-нибудь вот сюда. Полежи. Тихо. За спиночкой. Также его сюда. Бойцы. Где ты прячешь? Вот как скажут, мол, что-то не так. А мне сразу... Вроде нормально. Конечно, нашли мое тело, но... Последнего. Хорош. Сюда же куда-нибудь. Все, все без сознания, да, получается. Все можно спокойно обирать. Ашель. Руководство начинающего шахтера. Это мы читали. Так, что тут может быть интересного? Двушка. Двушка. Кто это? Это шахтеры? Слушайте, он очень уважает свою профессию, я смотрю. Я прям
его прям уважаю. Паренька-то этого. Монета, двушка. Ого, сейф. Так, я сюда не пройду. А рушить я их не хочу. Давайте. Мешает? Мешает, ничего страшного. Так, усыпляющие дротики. Сколько у меня их? 5 из 5. Нормально, двушка монета. 3 монетки. Неплохо. Ратчет тоже неплохо. Пусть пока будет. Так, теперь смотрим в прошлом. В настоящем, которое... Двушка. Двушка. Хорошо. Здесь. Болт. Хорошо. Возможно, так, я смогу тут пройти, вернувшись в прошлое. Понял. Понял, принял. Единственное, единственное. Ладно, сейчас перемещаемся. Вообще есть интересного. Целебный. Статую не трожь. Фернандо, не двигай статую самостоятельно, она тяжелая и может упасть. Дождемся Джейми и все вместе это сделаем. Я знаю, ты хотел поставить ее в зале, но господин Стилтон не из тех, кто любит смотреть сам на себя за обедом. Кроме того, этот бюст – подарок покойного герцога Теоданиса. Для господина Стилтона это грустное воспоминание. Как бы то ни было, статую вернули в сейф, но он хочет поставить ее лицом к стене, так что придется попотеть. Хорошо, что удалось уговорить его убрать из столовой эту жуткую картину, которую он купил на блошином рынке. Повешу ее туда же, к статую. Мэнни. А мы, кстати, видели эту картину в первой части. Контаминация крыс и плакальщиков. Это прям про Даунуолл. 200 монет? Так, что у нас? Ой, какая, как она... Ее можно, наверное, грохнуть. Смотрите. Ваза из кровавого янтаря. Разбили. Сейф. Давай, открывайся, родной. Шарнир пороховой камеры. Тянающий болт. Пуля для пистолета. 3 пятерки. И 2 слитка. Так, получается, надо его пробить, да? Пробуем. Разбили. А раз мы ее разбили, значит, в настоящем она не загораживает лаз. Великолепно. И куда мы попадаем? В какую-то мастерскую. Так, двушечку вижу. Что тут еще есть? Давайте смотреть. Как-то пусто, ребята. Как-то пусто. Что-то ничего здесь не вижу. Что-то... Это не очень хорошее. Так, давайте сначала прошлое. Можно, кстати, сразу. Интересно, что было в Дануэле в ту ночь? И что сейчас делаю я? А, и правда, мы же сейчас... В одном и том же месте. То есть в разных местах в одно и то же время. Только я старый, я молодой. Монета и двушка.
Так, а монтажник мы взять не можем, да? Медная проволока. Смотрите, двушечка. Письмо для Люси Пастор. Джейми, не мог бы ты переслать эту записку Люси Пастор из комитета шахтерских семей вместе с маской? Только сначала протри ее. Спасибо, Люсия. Вы ознакомились с моими чертежами масок? Я сделала одну для себя и 2 дня носил ее в нашей самой глубокой шахте. Рад сообщить, что результаты весьма обнадеживают. Попадание твердых частиц в легкие значительно снизилось. Испытайте ее, так и я хочу знать ваше мнение по этому поводу. Я бы хотел начать производство этих масок для всех шахтеров. Жду скорейшего ответа. А... Стилтон. Эмора Клипсвич. Дар Шендери. Исследования. По-моему, это читали. Да. Это мы читали. Так, код. Какой-то код мне нужен. А что мне, кстати, нужно-то? Найдите код, открывающий кабинет. Понял, принял. Маски, маски. Проходим дальше. Как у него все в беспорядке творческом. Так, это куда-то выход. Так, значит, кошелечек. 10 монет. Усыпляющие дротики. Пара-пара-пара. Все получается, да? Так, и теперь в настоящее. Ух ты, господи. Смотрим сначала. Смотрите, как интересно. Могу? Как тут? Не, не так. Типа, а, вот так. Стоп. Где-то могу. Вот так. Сейчас, вот, типа, делаем вот так. Что это? Двушка. Монетка. Ёперный театр. Придется вонзаться, да? Кровавый янтарь. Косы. Так, смотрим. Тут все закрыто. Вроде не запалили. Так, кнопка. Ой, не хочу ее пока нажимать. В котле. Пока ничего, да? Так, перемещаемся. Оглушающая мина, двушка, монета. А в прошлом котлет также ничего нет, но кнопка, скорее всего, работает хорошо. Так, открываем. Ага. Понял, принял. Волкодав труп. Отпереть. Опа. А чё за ключ нужен? Интересно. А как код подобрать? Я не знаю. Так, может быть, правда, в
в настоящем мы что... А, стоп. 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 Что это? Можешь избавиться от дохлой собаки. Джейми, о, что я наделал, позволь объяснить, прежде чем примешь меры. Тебе известно о моем серебрографическом проекте. Так вот, я наткнулся на дохлую собаку и подумал. Вот замечательный объект для моего искусства. Я притащил ее домой. А потом заметил какое-то подозрительное шевеление в грудной клетке. Естественно, я запаниковал. А если это личинки трупных ос, что делать? Я совершенно ничего не понимаю, поэтому я принес труп сюда, к тебе. Если это трупные осы, то, наверное, было бы неплохо побыстрее от них избавиться. Сожги их, что ли? Прости, что сваливаю это на тебя. Но ты уже у нас мастер на все руки. С искренним приветом, Бруно Петтивик. Ребят, то есть получается... Стоп, смотрите. Видите? Эти... Это получается за 3 года? Я понял. Смотрите, если бы мы взяли собаку, засунули бы ее в котел, вот сюда, к примеру, закрыли бы и вовремя бы сожгли в настоящем. Сожгли ж, получается, да? Сейчас ее сожгут. Вот, остался пепел. Перемещаемся в настоящее. Вуаля, никаких трупных ос. Так, а чё? 238 код. Попробуем. Ништяк. Так, черный амулет. Серебряный слиток, звездные таблицы Кона и пятерка-пятерка. Я думаю, это успех. Так. А здесь мы, интересно, пройти можем. Угу. Что это за место? Тут же опять мы не были, да? Блин, подождите. Ага. Ага, я понял. Все, я понял. Мы здесь уже были. Просто мы как-то. Мы вот здесь вышли, да? Все, я понял. Можем вернуться. Я, кстати, не совсем помню. Друзья, так, а где, где? Чё-то там с люстрами было. Секундочку. Секундочку, где люстры были? Я уж и забыл, где они были, если честно. Мы откуда вообще пришли? Сверху спустились? Снизу спрыгнули? Как мы вообще здесь оказались? Вот здесь, всё, я вспомнил. Мы можем обратно наверх забраться? Мне вот что интересно. Типа через статую вот тут можем? Отлично. Ага, во, хорошо. Мне люстры покоя не дают. Чё они, куда они вообще ведут? Зачем я их поднимал? Стоп, как все поменялось. Ничего себе. Крутяк. Амулетик. Смотрите, пятерка, 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 амулет. Серконские народные песни, часть 4. Все, да? Так. А здесь, кстати, что было в настоящем? Я что-то не посмотрел. Мой косячок. Замуровано. А. О. Пружинная мина, арбалетные болты, китовая кость и похавать. Все. Ребята,
На этом, я думаю, мы закончим сегодняшнюю серию. Мне надо многое обдумать. Блин, очень интересно. Конечно, немножко убивает то, что все монетки типа по одной, по две, и в совершенно разных временах, в разных частях комнаты, но мы стараемся. Если вдруг в конце уровня не получится, ну придется, значит, бегать по уровню, искать недостающие монеты. Вот, а на сегодня все. Если вам серия понравилась, то, пожалуйста, прожмите лайкосик, и до новой серии, которая не заставит себя долго ждать. А на сегодня все. Всем пока-пока.